Как сказал классик, все счастливые семьи счастливы одинаково. Трудно с ним не согласиться в том плане, что в хорошей семье всегда есть взаимопонимание, доверие, дружеская атмосфера и единство жизненных целей. Но далеко не все благополучные семьи успешно участвуют в конкурсе «Семья года 2022». Семья Кобыльченко из Анастасиевского сельского поселения стала победителем этого конкурса. В региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года 2022» приняли участие 187 семей. Победители определяли в 5 номинациях. Семья Кобыльченко из станицы Анастасиевской уверенно победила в номинации «Молодая семья», став лучшей в Краснодарском крае. Победителей пригласили на прием к главе Славянского района Роману Синеговскому, который поблагодарил их за неравнодушие и активную жизненную позицию. По поручению губернатора сегодня имею честь наградить вас, поздравить от лица губернатора, от своего имени и сказать вам большое спасибо за победу в федеральном конкурсе. Вы прославляете Славянский район, работаете, трудитесь, участвуете, потратили же время, да, силы. Поэтому за все спасибо, всего доброго. Спасибо большое. Народа. Будем стараться. Так. Роман Синеговский вручил Николаю и Юлии Кобыльченко памятную книгу с их фотографией и свидетельство участника всероссийского конкурса «Семья года 2022», а также подарок. Мы очень рады, что стали победителями краевого этапа конкурса «Молодая семья» и поучаствовали во всероссийском этапе. Для нас это большая честь, для нас это большая гордость представлять наш Славянский район на таком замечательном конкурсе. И вообще, конечно, такие конкурсы всегда объединяют семью, всегда дают нам возможность реализовать свои желания, свои мечты. Николай, Юлия и их дочь Ангелина – это дружная семья, где все друг друга понимают и уважают. И еще им нравится жить активно, участвовать в различных мероприятиях. У нас очень активная семья, мы ведем здоровый и активный образ жизни, принимаем участие в различных мероприятиях, как внутри поселения, так и на уровне района, зональные, краевые соревнования, занимаемся спортом. Доченьке у нас 5 лет, она тоже уже у нас такая же активная, как и мама с папой, уже не может проводить даже выходные дома, говорит, давайте куда-нибудь поедем, где-то поучаствуем, что-то поделаем. Поэтому как бы такой активный образ жизни помогает нам внутри семьи такой благополучный климат благоприятный иметь. У этой семьи есть свой рецепт семейного благополучия. Пусть и дальше им сопутствует удача во всех начинаниях. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».